Привет всем, вы на канале Фито, с вами снова Таня, и я продолжаю делать обзоры интернет-магазина Fito.ua. И сегодня я расскажу про Астрогал. Вот такая вот у нас упаковочка, бумажная упаковка с ленточкой, где видно внутри траву, хорошо рубленную, хорошо высушенную. Ее будет очень удобно заваривать, поскольку она измельчена. Значит, астрогал. Вообще это как травянистое растение, это куст, кустик такой. И его, в принципе, выращивают на территории Украины в специальных фермерских хозяйствах, где его собирают вовремя, высушивают, измельчают, упакуют вот в такие вот упаковочки. Это запорожский производитель. Чем же ценен астрогал? Вообще, я прочитала про него очень интересную информацию, касается это родостимулирования. То есть, если у женщины не может разродиться, ей дают отвар из астрогала для того, чтобы этот процесс прошел быстро и, в общем, доставил ей как можно меньше неприятных ощущений. Кроме того, еще пишут, что он показан при болезнях почек, при хронической сердечной недостаточности. Он улучшает кровообращение. При этом, как ни удивительно, если есть какие-то раны и кровотечения, он их хорошо ликвидирует, останавливает кровь. Потом его еще используют при желудочно-кишечных заболеваниях, при гастритах, колитах, метеоризме, язве желудка. Он снимает воспалительный процесс. Еще его рекомендуют при простудных заболеваниях. По поводу родостимуляции еще он ускоряет отделение плаценты таким образом. Так, значит, по применению вот такой настой. 1 столовую ложку измельченного астрогала заливают 1 стаканом воды. Кипятят 3-4 минуты, настаивают 2 часа и процеживают. Принимают по четверти или по трети стакана 3 раза в день до еды. Значит, это не лекарственное средство. Перед тем, как его применять, необходимо проконсультироваться с врачом. Противопоказаний я по поводу астрогала не увидела. Единственное, что это может быть индивидуальная сверхчувствительность. И есть даже отзывы, что при онкологических заболеваниях он помогает как комплексная терапия, поддерживает организм, улучшает самочувствие. Значит, срок годности у него 2 года. Еще раз покажу упаковку такую. Вообще, этот запорожский производитель один из немногих, кто упаковал в достойную упаковку свой продукт, который вот удобно будет использовать конечному покупателю, обычному человеку, таким как я и вы. Обычно фермерские хозяйства, которые выращивают траворастения, они их почти вот сразу же передают фармацевтические компании. То есть на приготовление различных лекарственных средств. Здесь же мы имеем возможность в чистом виде использовать траву астрогала. В общем, цена у него за 100 грамм, такая упаковка, стоит 33 гривны. 33 гривны – это очень доступная цена. Сейчас февраль 2018 года, и все это украинское производство. Вы можете найти этот продукт у нас на сайте Fito.ua. Обязательно к нам заходите, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Я еще буду записывать много роликов по целебным травам и растениям, так что будет еще все интересно. Пока!